Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радек, Зебра, Энгри Крипер, Тики, Джиггернаут, Кинганчпук, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если вы кушаете, приятного аппетита, а у нас выживание с огромной дырой. Мы должны друг друга поскидывать, и кто останется последний, тот лучший игрок. Погнали. 3, 2, 1. Битва началась. Ребята, взял себе машину, Хаммер. Мне кажется, это очень мощная машина, и всегда есть шанс выиграть. Так, у кого-то уже колеса пробиты, а что за фигня? Так, ну что, давайте, кто не боится подъезжать до ямы? Скидывайте меня, кто не сыт. Так, мы постоим здесь. О, первый пошел. Нет, да ну нет. Нет. Блин, да ладно, я хотел так скинуть кого-то и с шифтом газовал. Вот эта яма, смотрите, просто она гигантская. Бум. Машина аж закашляла. Вот это, еще один упал. Нифига себе, еще кто-то падает. Я вижу. Бум, яма просто здоровенная. Машина разгоняется максимально. Бам, нифига себе, она взрывается. Аксёк выжил последний, получается, это кто? А кто у нас выжил? Так, давайте Зебра, просто ты? Пропишем килл. Далеко лететь. Так, удаляем свои машины, пацаны. Ладно, кто выигрывает, тот загадывает, на каких машинах мы сейчас будем играть. Загадывай. Давай. Лишь бы на тяжелых. GTA со спорт. О, на спорт. Отлично, я согласен. Так, хорошо, ребята. Я взял себе. Так, значит, надеюсь, в этой катке я немножко дольше проиграю. Повыживаю. Ну что, 3, 2, 1. Битва началась. Так, давайте гонимся за челиком. Блин, классный топак выбрал. Мне нравится, что они скоростные. А за край карты можно выпасть или нет? Давайте проверим. Тихонечко, чтобы меня никто не скинул. А, вроде вижу, что стена физическая есть. Да, слава богу, нельзя упасть. Тихо. Я попробую угол проскочить. Смотрите, смертельный номер. Ого, это что было? Ого! Пацаны, машины менять нельзя. Если машина разрушилась, то все. Так, стою. Ну что, кто не сыт меня скинуть? Рисковый, конечно, я парень. О, первый полетел. Смотрите, как красиво. Яма просто глубоче. Ты ж дурак, что-то почему опять я упал? Нет! Блин, да почему? Летим, красиво летим. Полчаса спустя. Бум. Вот это падение. Давайте мы тут свет поставим, потому что без света очень тяжко. Чпонь. Или один давайте поставим. О. Ну еще кто-то еще падает. Хочу посмотреть, как кто-то летит. О, летит машина. Летит, вижу. Бум, вот это жестко. Еще один летит. Еще. Не, ловить не буду. Ой-ой-ой, колесо забагалось. И еще летит. Вы что там все сговорили? А, это чувак упал просто. Что, все? Я ловлю машины за баг. Кто-то еще остался или нет? Так, давайте тэбэхнемся наверх. Да, мы вдвоем остались здесь. Так, наблюдаем. Я болею. За кого же болеть? За Срадекса, может. Да, Срекса. Ну, как хочешь. Давайте здесь. О! А кто за кролика? Радекс, ты, да, играешь за короля? Да. Ну что, я с тобой сижу. Я с тобой сел, давай. Ой, зря. Он может упал. Он упал? Да, он сам упал. Радекс, ну что, давай, загадывай машины, раз ты выиграл. Так я хотел тяжелые, так что... Любые. GTA San Industrial. Понял, ребятушки, Industrial. Ой-ой-ой-ой, здесь, конечно, машины очень классные, мне нравятся. Ну что, давайте тогда возьмем... Бум-бум-бум с ковшом. Мне кажется, с ковшом это будет... Мне кажется, это тягач. Нет, или нет, это не тягач. Может, вот это тягач? Блин, даже не знаю. Кого... Давайте все-таки возьмем вот эту. Вот. Мне кажется, это очень мощная машина. Давайте ее кастомизируем. Желтый цвет. 5, 4, 3, 2, 1. Выживет сильнейший, ребята. Надеюсь, в этом ролике будет как катка, когда я затащу. Не обязательно же сливаться всегда. Так, уже, знаете, это такое все помедленнее. Машины уже не активные такие. Но очень много мощи зато. А, ты мне скинуть хочешь, вонючий трактор? В этой катке я буду очень осторожно играть. А вот тебя я скину. О, трактор мощнее! Блин! Ладно, пока. Зато я быстрей. Ну, блин. Дальнобойщик. Минус два. Че, уже упал кто-то, да?
Да, я попытался скинуть, и, короче, в итоге сам тут. Прощай, щенок вонючий. Дима, кидай комбайн, они. Нет! Отлично, еще чуть-чуть я бы упал, это было бы жестко. Нет, я все-таки красную машину эту скину. Не надо. Нет, я вспомнил. Лучше назад. О, у меня мощи хватает, чтобы вырваться. Задний ход очень мощный. Ах ты. Эй, кто там машину меняет? Нельзя. Кто такой плохой? Это Джиггернаут. Так, я комбайна могу передавить? А ну комбайн газу нет. Моя машина очень мощная. Ну что, поехали. Дима, Джиггернаут меняет машины. Я ее удалил, у меня управление странное, рахитное. Ну что, я стою здесь, давайте, кто меня скинет? Кто не сыт? Я, Дима, попробую, давай, Дима, я ж сильный. Я даже колеса прогреваю заради тебя. Ага, я знаю, ты хочешь обойти прям, да, сбоку зайти? Не, а твоя машина это медленная рахитка, я-то быстрей. Ну давай, поборемся, кто кого. Давай! Я мощнее тебя. Я мощнее вас всех, молча. Ты чё назад сдаёшь, очкошник? Давай! Не всех был я, у меня был БелАЗ. Ну ты, а чё был? Ну потому что я упал, когда... Понял. Челика просто в бок... Эй, порвёте! И из-за того, что тормоза рахитные, я тоже вместе с ним упал. Дима, держи его! Я вырвался. Он опасный челик очень, у него машина как вонючая корова ездит. Дима, я его толкаю! Бум! Всё, прощай, комбайн вонючий! Есть, ребятушки, наконец-то эта катка, наверное, когда все, машину поменять тебе нельзя. Удалил, все, ты проиграл. Хватит, 3 раза меняет машину, представляете, какой хитрый. Ну что, давай с тобой поборемся. Сегодня техника против мощи. Так, нет, чувак, ты уже не вырвешься. А теперь твое место только в яме. Ну что, последние твои слова. Последние слова говорю. Есть, ребятушки. Если что, я заспавню машину, чтобы камеру поменять. Ну что, давайте теперь я буду загадывать машину. Машина у нас сейчас будет, знаете, какая? Сейчас я вам скажу. Давайте машину возьмем с самого нижнего пака. Shelby's Playground. Это танки. Да, там всего немного такой тяжелой техники, но можете любую брать. Стрелять нельзя. Так, я не знаю, может танчик взять? Или что мне взять? Или вот эту быстроходную? Блин, надо подумать. Танк тоже, он же медленный. Нет, танк точно брать не буду. Давайте все-таки тогда возьмем вот эту машину. Мне кажется... Не, вот эту с пушкой. На дурачка, а вдруг повезет? Ну что, вы готовы? 3, 2, 1, погнали. Блин, что сейчас будет, даже неизвестно. Я так просто стрельну для красоты. Так, все взяли машину, похожую на мою. Так, первый ушел. Отлично. Давайте, в толпу. Нет, я вспомнил, я понимаю, что сейчас мне тоже... Еще один ушел. Так, скорость против мощи. Так, я могу патроны менять? У меня есть какие-то другие? HE? HE есть. Я буду сейчас стрелять в землю и поджигать ее, если будете ездить так. На! Летим. У меня скорости хватает. Ого, у тебя машина быстрее. Отвали. Назад. Лучше так. Бум. У меня задним ходом машина мощнее, чем твоя. Да и передним тоже. Ну что, последние слова, щенок вонючий. Дима, твои последние слова. Нет! Ну пожалуйста. Ну не надо! Я буду лететь и стрелять. Это жесть просто. Бум. Запакал. Еще одна упала машина. Что, там еще кто-то падает, не? Ой, ничего не видно. Сейчас будем смотреть, может кто-то и прилетит. Эй, ты что по нему стреляешь? Он же добрый наполовину. Ух ты! Ты победил? Все, пацаны, удаляйте машины свои.
Ну давай, раз ты победил, выбирай технику, которая будет. Давайте GTA сам на велике. Все, я понял. О, здесь офигенные машины. Они реально здесь крутые. Так, а кого же взять? КамАЗ? Скоростную машину или универсальную? Конечно же КамАЗ, так как мы хотим победить. А в данном случае моща играет большую роль. Да, не скоро. Да, пойдет. 5, 4, 3, 2, 1. Выиграет сильнейший. Надеюсь, это буду я. Так, пацаны там рассосались, катаются потихоньку. Яма очень глубокая, не хочется туда падать. Ну, в принципе, один раз только выиграл. Ну что, щенок? Ой. Пора тебя скинуть. А, вырвался, да? Давайте, все за ним, все за ним. Белый, белый. Нет, я лучше вспомнил, мне надо назад. Срочно, срочно, срочно. Лучше здесь возле края не ездить, это опасно кончается. Ого, еще никто не упал? Да ладно. Бум. Есть, есть, есть. Вижу жертву аборта. Пока. Нет. Да, КамАЗ все-таки реально здесь играет большую роль. Так, все по кругу ездят. Ну, давайте мы по кругу поедем. Почему бы и нет? А мы едем по кругу, катаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, как я красиво. Чувак, извини. Угол сокращу, смотрите, не боюсь. Хотя была на грани. Честно, я навернулся из-за перевеса. Так, еще раз сокращаем. Видели? На грани. Да. Ну так как подвеска классная, можно проскакивать. Угу. Еще больше сокращу. Воу, да, воу, да, да. Видели? Ой, ой, чё? Все, стоим, ждем. Дима, посмотри назад. Здорово. А что там назад у вас? О, один упал, один упал. Там на заду машины какие-то ездят. Там чувак лежит какой-то на земле. Ты за это имеешь в виду? Mm-mm. Я срезал очень. О, еще один упал. Еще один упал. Это было красиво. Так, Дастрикс, пора тебе на тот свет. Нет. Эта яма ведет как раз в ад. Хочешь что-то попасть? Не-не-не. А придется. Не. Как тебе такая подача? Я убил, что ли, машину чувака, которому зарыли, не? Так, сколько у нас осталось? Да еще много. Ой, значит, машина подкапчивает уже. Машина коптит. Это шашлыки жарили, не надо, пацаны? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то веселое, классное, которое людям поднимает настроение. Да отвали ты меня, малявка вонючая. Так, давайте, чтобы было веселее, стану возле края. Может, кто-то упадет случайно. Да, ага. Смотрите, по краешку прям. Нет, нет, ну дебил, ну придурок, ну зачем ты это сделал, Димка? Ё-моё, хотел понтануться, знаете, как говорится, понты хорошему не приводят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это кол... Ой, машина моя же меня придавила. Кто-то еще упал? Да, я вижу, кто-то летит. Так, ну что, давайте посмотреть, кто же тут выигрывает у нас. Сейчас чувак упадет, смотрите. Летят, летят. И еще один чувак летит. Прикольно летим. Я тоже вместе с ними лечу. Вот эта машина сейчас ударится. Бум. Это жесть. Она сразу взорвалась. Вы знаете, какой урон прошел. Что-то еще кто-то падает. Еще падает. Ай, надо было, чтобы упал. Еще, 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 еще. Бам. Ну что, а кто-то остался живой? Горящая нет, машина падает, осторожно. Дима, я был последний. Да? Да. Получается, ты наполовину лучший игрок? Получается, да. Так, ребята, знаете, что я хотел весь ролик сделать? Я хочу в эту яму скинуть мощную бомбу. Вы готовы? Так, сейчас я поудаляю все. И поудаляйте вы тоже все машины, чтобы не лагало. Для начала мы скинем небольшую бомбу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Смотрим. Как вы думаете, достанет до нас взрыв или нет? Да нет, меня достанет. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Сейчас долетит, сейчас долетит. Залагаю. Нет. Эй, бомба, а во. Ой, даже взрыва не слышно. Представляете, какая... Так, я не понял, это что, слабая бомба? Во, Дима. Вот такая есть. Полетела бомбочка, красиво.
Дурак, что ли, не кидай. Ой, она взорвалась рядом, прощайте. А не, не достала. Дима. Да. Давай вот эту. Давай, скидываю ее. Полетела. Красиво, красиво. Как вы думаете, достанет она взрывом или нет? Даже стена загорела, смотрите, как круто. Ну-ка. Где взрыв? А, вот взрыв. Хорошо, давайте скину классную бомбу, которая реально будет классно, но, скорее всего, мы выживем. Слегонца я так подбросил. Ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет эпичное. Это ядерная бомбочка. Так что, сейчас будет 3, 2, 1, 0. Ух ты, по ушам дало. Скину побольше бомбу, чтобы уже зацепило всех. Так что, ребята, не зря вы дострелили роли до конца, оно того стоит. Полетела бомбочка. 3 бомбочки полетело. Ну, моя такая прям ДБЛая. Ну-ну-ну-ну-ну. Ух ты! Вот это жесть! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Еще.